Всем привет, с вами я, Денис Давыдов. Продолжаем опять копать. Это будет новая серия, компоновка из нескольких дней. И опять я выхожу ночью, потому что, ну, днем занят, как вы видите. Буквально 5 метров хода и находочка. Смотрим. Вот. На такой глубине вот такой вот кованый гвоздь на кулак. Видно, что он старый, конечно. Вот, такой интересный, тяжеленький и интересный. Ну, хорошо, закапываем и дальше идем. Спустя несколько левых находочек опять яма с камнем. И вот он, какой-то железный предмет тут. Сейчас мы его достанем. Сейчас. Ну, какая-то вот металлическая балочка. Вот, которая не хочет оттуда вытаскиваться почему-то. Ну, вот она тут треугольненькая. Вот она. Вот она. Вот такая вот. Хрен его знает, что это такое. Не могу сказать. Вот. Не могу сказать, что это такое. Знаете, так страшно копать. Такое ощущение, что вот сзади... В то время кто-то копошится, блин, сзади тебя, как грохнет. Ну что, прошел дальше, вот тут вот такие вот каменистые какие-то, явно не лесного характера камни. Или такие отложения, ну, кирпичи типа котельцовые, такие засадочных пород, то ли строение здесь было. И вот я нашел тут, кстати, цветмет, наконец, такую кружечку алюминиевую. Вот, тут видно, ручечка была. Вот. Вот она, кружечка такая. Вот так вот. Ну что, тут сигналов достаточно много. Я приду завтра. Не могу я тут находиться, блин. Ну страшно мне, честно буду. Не простыл я никогда очкошником, как вы помните. Но дискомфортно тут находиться. Звуки какие-то ночные. Я не знаю, может, это филины и так далее. Не разбираюсь, но ночной лес, он другой. Когда уже реально темно, то страшно тут находиться. Ну вот, ладно, давай. Сегодня вышел копать в дождливый день, постдождливый день. Вчера целый день шел дождь, и поэтому я не копал. А вот сегодня вышел утром, ну, естественно, сразу весь грязный. Вот, потому что влажность высокая, земля клеится, все клеится. Вот, очень много что-то я копаю, и много мусора. Вот, много консерв, вон, блестит. Ну, судя по всему, вот тут вот работали лесники, вон красная черта, и, соответственно, они свои продукты жизнедеятельности оставляли. Но тут интересно нашел вот такое вот местечко, тут какие-то старые уже мхом порощенные кирпичи, такие котельцового плана из осадочных пород. Тут нашел вот старый сапог, и он реально старый, видите, тут металлические набойки. Идут гвозди забиты, подошва забита гвоздями. Но, судя по всему, ну, да видно, что это очень старый сапог. Судя по размеру и фактуре, подошва — это женский сапог. Сделан из кожи. Вот. Здесь же я нашел очень много металлических предметов рядом с этим сапогом. Вот они, я их тут собрал. Вот такую вот штуку. А, вот такая вот, кстати. Вот. И вот такой вот лом. Так, видите, тут поточено. Сейчас там тоже можно будет покопать. Вот. И посмотреть, что там дальше под этими кирпичами. Ну, если что-то найду, покажу. Уже было отчаялся копать, потому что идешь, ну, мусор. И вот, ну, типа вот такого вот мусора. Потому что идешь, уже шел, и все, думаю, не могу. Последний раз, и еще раз потом последний раз, но это как игра в карты. Вот, и тут хопа, копаю вот такую яму. То есть вот сверху пакеты были, там проволочка, да. И, видимо, тот, кто проходил, ну, копнул, потому что видно было, что земля разрыхленная чуточек. Вот, и там пленка висит.
Вот. И тут такие вот красавцы, плуги вообще огромные, многокилограммовые. Вот такие вот. Ну, я не знаю, это плуги, не плуги, но они просто офигенные, просто офигенные. Ну, по свежести металла видно, конечно, там войной не пахнет, но вообще класс. Ну, доволен, когда такие находочки нахожу, мне нравится. Следующую ямку копаю. Что-то попалось, это уже прямо в окопе. Вот он, в желобе я стою. Уже скажу вам, что поиск этих всех металлопредметов, ну и, соответственно, вы понимаете, один выпуск — это не один выход, это выходов 5, и я уже устал, мне это все надоело. Кстати, следующий выпуск будет, наконец, с оружием, я его купил, и пора с этим завязывать, с этими поисками, потому что ничего толкового не находится. Так, ну ладно, смотрим, что тут я нашел. Значит, в самом окопе. Вот тут какая-то вот такая вот штука. Ой, надеюсь, это будет что-то интересное. Ну, хотя бы мина. Нет, это какое-то кольцо металлическое. Оно в глубину идет. Не такое уж оно широкое. Ладно, я его сейчас достану и покажу вам. Я думаю, что просто какое-то металлическое кольцо. Ну, вы его тут 1000 раз мы нашли бы. Уверен, такое. Это вот какая-то вот такая вот фигня. С таким вот крюком. Причем это что-то нержавеющее, хотя, судя по весу, это все-таки черный металл. Видимо, он имеет оцинкованное покрытие. И тут вот такой вот крючок. Может быть, это какие-то как кандалы похожи, но для ног слона, либо медведя. Скорее всего, это может быть часть капкана, а может быть, бревна валить. Не могу я сказать, что это такое. Вот так уже глубенько достаточно лежит. Но, судя по тому, что не так проеты болты, это недавняя находка, это уже современная эра, далеко постсоветская. Следующая находка в окопе, углубляюсь туда, в желобе услышал сигнал, и что это у нас такое, что это у нас за хренотень, как будто бы крышка, знаете, от чего, от бензобака, правда, крышка от бензобака. Вот, резиновая прокладка есть. Ну да, это крышка от бензобака. Может быть, все что угодно, не знаю. Естественно, ну, мозгом мы соображаем, что это не может быть Второй мировой войной, потому что для железа тонкого сохран просто колоссальный, резина мягкая. То есть ее можно использовать, если наждаком протереть. Даже можно просто сейчас взять и надеть. Остается узнать, от чего эта крышка, от какого это, может быть, от дизель-генератора, от бензинового генератора, которые используют для пилички деревьев, да, дровосеки, лесники, вот, так что, такие дела, дальше поехали. И вот первая находочка, вот, ну, такого хозяйственного, так сказать, назначения, кто-то припер, прямо на поверхности лежал, вот, такой вот серп. Видите, с изолентой или чем-то там, деревянная ручка, прогнившая уже. Вот, вот такая вот интересная находка, приятно. Дальше. Наконец-то, после нескольких водочных крышек, я нашел что-то металлическое. Порезался об ветку, поэтому... Ну, копаться в земле буду, и чтобы во избежание попадания столбняка, нужно пойти обработать эту рану по-любому. Ее нужно обработать, потому что, ну и вам чего советую, потому что, может быть, с земли попасться Clostridium tetani, он же столбняк. Вот, вот что тут нашел, опять же, на глубине ладони, что-то крупное металлическое, вот, судя по всему, не толстое, что вот край виднеется. Сейчас достану, посмотрю. Думаю, что просто металлический лист. А, ребята, жжу, смотрите, это ведро. Я охренею, это гребаное, долбанное, дебильное ведро. Пошло оно взад. Идем обрабатывать. Интересную рядом находочку. Наверное. Вот яма, вот дерево растет. И смотрите. Прям вот туда. Под дерево засовываешь, и там что-то есть. Обидно.
Короче, понял, что дереву надо его, короче, кирдык. Но не буду я этого делать. Наверное, я и не буду этого делать, потому что... Ну, блин, короче, сами понимаете тенденцию находок. И убивать из-за этого дерева желания нету. Конечно, я понимаю, что под это дерево... Ну, все что... Во-первых, ему, конечно, по любасу не так много лет, да? И поэтому надеяться на то, что может быть пистолет или что-то типа такого военное, нормальное, ну, не приходится. Поэтому это может быть и 80-е года, и начало 90-х, поэтому долбашить это дерево. Да ну его нахрен, дальше пойду я. Сижу в таком закутке вообще, непроходимом, так сказать, смотрите. Вот. Не знаю. Нет, тут, наверное, это все. Кажется, что это... Ну, короче, я между поваленных деревьев. Вот. Вон там заросли такие. То есть, то сюда пройти достаточно тяжело. И вот цепочку нашел. Вот. Для скота это, конечно, это понятно. Причем, судя по всему, у нее есть начало и конец. Большое кольцо, малое кольцо, звенья. Приятно. Ну ладно, поехали. Дальше. Надломил я вот эту палку, и оттуда вышла такая рыжая мышь. Офигеть, да? Я не знаю, кто подскажет, что это за мышка. Неожиданно я встретил. Ой, блин, неожиданно. Короче, хотел дойти до металлоискателя, вот с того места я его вытащил, да, где цепочку нашел. И херак, мне вот эта палка мешала от этого сухой ветки. Я ее решил надломить. И вот эта рыжуля из... Неожиданно. Дикая природа, что вы хотите. Видите, у нее там домик. Вот, у мышки там домик. Из листьев сделанный, из всякой фигни. Вот. Но потомства нету. Вот. Она щель там, и вот у нее кал вот виден, кстати, белый. Я в шоке. Я много мышей видел, Полюх, они серенькие, но это рыжуля. Это рыжуля должна какое-то свое название иметь. Это 1000000%. Ну все, дом я ей, короче, наебнул. Это однозначно. Она сюда уже больше не вернется, конечно. Дом у нее был симпатяшный. Вот как-то так. И она вот потом залезла, как вы видели, вот на эту ветку. И туда наверх ушла куда-то. Вот так вот. Так что пишите в комментариях, что это за чудо. Ну что, вон мышиное гнездо со сломанной палкой, да? Вот. Вот тут я уже прошел, нифига нету. И хопа, вот такая вот находочка. Тяжелый металл. Какой-то обломанный инструмент, наверное, я думаю. Вот, потому что вот тут вот слом виден металла. Вот. А тут... Четырехгранник, какой-то рукоять был, да? Гаечный ключ, может, или еще что-то типа такого. Такие пироги. Короче, дошел я, ребятушки. Вон гаечный ключ. Вон палка с мышкой была. Вот тут моя последняя находочка. Она не хитрая. Это вот такой вот металлический предмет. И... Долбанулся я, короче, сюда, наступил на эту деревяху и провалился. И все, и дошел до места, где вот яма. Вон яма. Вот. Все, тут уже идут места, так сказать, оприходованные. Но видите, они вот такие вот местечки закромные, они не лезут. Они вот легкодоступны. Это, кстати, характерно для многих копателей. Они копают в легкодоступных местах. Вот. Ну, там, я смотрю, хорошо, вон выкопали арматуру, бетон с арматурой. Ну, понятно, потому что вот поле уже эту стоит. Тут вот тоже ямка какая-то. Ну, пожалуй, я отсюда буду валить нахрен. Все тут понятно. Немножко эту площадочку пройдусь, посмотрю, как они работали, хорошо или нет, и уйду. Вот, блин, копатели. Вот эту яму я с той стороны показал. Вот эту с бетоном. Здесь. А смотрите, вот сюда огромную балку металлическую, железную, выкопал, килограмм 12. Хотя, видите, все зависит от того, куда ты пометил металлоискателем. И все. И все. И как бы
Поэтому не зря говорится, что на выбитом поле можно искать еще несколько раз, особенно качественным металлоискателем. Так, ну продолжаем искать. Ищем, копаем, мусор находим. И вот что-то я нашел. Сейчас похоже как на артиллерийскую мину, но разумеется, это не мина. Сейчас посмотрим, что это. Мамочки, какая она огромная. Какая-то штука прикольная. Какая-то прикольная штука. Ух ты. Тихо-тихо. Вау, класс! Это же швейная машинка старинная. Вот это да! Вот это да! Вот тут был щиток. Он разрушился. Вот это да! Вот это класс. Я, да? Как, вот, кстати, эта катушка, которая, кстати, надломана. Да, ее тут, видите, никто не нашел. Она похожа чем-то на мясорубку, правда? Ну, это швейная машинка. Вот так вот, вот такие вот интересные штуки бывают в лесу. Класс. Короче, продолжаю копать. Тут после меня как мама ее мое. Вот. Смотрите. Короче, выкопал. Стелс нашел. Американский. Видите? Нет. Не, ну если серьезно, это, конечно, элемент боронения или взрыхления земли, конечно, это однозначно. Вот. Ну, опять нашел место, которое радует. Потому что, видите, чтобы тут что-то копать, тут нужно... Ну, ты вот находишься в таких вот кустарниковых и... Ну, вот смотрите, ломать все вот такие сухие деревья, вон, чтобы тут пробраться. Вот это все нужно площадки себе очищать. Тот, кто этого не делал, вот он вокруг ямы делал. А здесь вот я нахожу. Вот так вот. Вот такая вот сейчас идет борьба за выживание. Вышел я из леса копать в поле, потому что в лесу надоело копать. Я, кстати, покажу, как тут выглядит примерно простор. Сейчас я иду просто к срезанному полю. Там только что некие полезные насаждения срезали, и туда я хочу покопать. Я не тешу себя никакими иллюзиями, конечно, потому что все пройдено, я думаю. Я сейчас иду пока по дороге и копаю. Вот как, кстати, виды выглядят. Так они выглядят. И вот, вот этот лес, в котором я копал. Вот дорога, по которой я иду. И, ну, периодически тут копаю. И видите, ну, тут даже, кстати, сигнал типа цветной. Ну, потому что большой, толстенький кусочек металла. Ну, тут неинтересно, да? Потому что копаешь в лесу, там какие-то интересные артефакты. Тут чисто вот дорога такая, дерьмо всякое. Я даже это не расценивать не буду никак. Копать тут не буду. Не хочу тут копать, делать тут нечего. Тратишь время, тратишь энергию батарей и свою. И вот. Если найду что-то в поле, я покажу. Если ничего там не найду, то даже тут ничего не будет присутствовать. Я наверняка уверен, что там что-то выбито. Я хотел вот на тот пригорок пойти, потому что часто вижу, что там шашлыки кто-то делает. Возле этого края леса, вот, вот тут вот, вот здесь вот. Итак, что мы имеем? После обследования вот этих полей, вот этого, вот здесь, нескольких дорог, которые идут к этому полю, это вот этого. Что я имею? Я имею севший аккум, вернее, не аккумулятор, а батарейки, две кроны. И вот такое вот дерьмо. Это гораздо менее интересно, чем лес. Это просто какие-то кусочек черепка металлического, крышки для части двигателя. Просто хрень какая-то. То же самое. А вот это, кстати, я думал, я в лесу такое находил. Я думал, что это типа как замок, но нет, все-таки это, видимо, от техники что-то. Вот. Как две замочные скважины симметричные. Ну и все, собственно говоря. То есть, абсолютно неинтересно. Поэтому мне иногда кажется, что вот эти все каналы, которые там находят, там типа вот монеты, там солидно, я имею в виду, находят, это все не более чем подстава, фейк
И все это финансируется банально и показывается, ну, каналами YouTube. Ну, как я вот канал YouTube веду, да, только там им нет смысла правду говорить. Правду о том, что никаких монет найти практически нереально. Потому что... Да потому что все уже нахрен нашли. Аппаратов уже столько, как людей. Ну, вот поэтому... Все, эту тему, это последнее видео вы будете видеть. И на этом я это все заканчиваю.